Тури-тури-тури-ту. Ну а я продолжаю свою рубрику «Надпись на песте». И сегодня надпись от Влада и Ани с Ямала Ненецкого автономного округа для Качка и Лёли. Смотрим надпись. По традиции красивый вид для Качка и Лёли. Смотрим надпись. Качок и Лёля, берите отпуск и полетели в Гоа. Та-да-да-дам. Опьянил совсем, в голове дурман. О, нихуя. Доброе утро, друзья. А я, блядь, приехал заправлять бензин. Отдавали мопед вчера нашим прекрасным соседям. А здесь принято, если берешь у кого-то мопед, то бензо берешь. Гляжу, и там бензин, блядь. Но все равно возьму бутылочку. Я вас приветствую и очень рад видеть. Жизнь обычной семьи индийской. Вот эта бабуля целыми днями вот так делает. Огонь раздувает. Потом берет большую кувалду и помогает вот тому дяденьке. И счастливы. Ну, а мы с вами заехали в магазин. Сигареты у Юрки кончились. Ну, всем похуй на Юрку. Вот такие магазинчики очень часто встречаются. Супермаркет называется. Вин. Вин. Ты 60 рублей должен стоить. Но этот продал мне за 80. Это знаете почему? Сейчас я вам объясню. Это район Ашвин. И магазин прям вот на берегу моря. А приехали мы с вами писать надпись для одной молодой особы с Ямало-Ненецкого автономного автонемецкого округа Ханты-Мансийского. Блять, подождите. Ну вы поняли, да? Аня от души. Вот я кук. Давайте я вам немного расскажу про этот пляж. Вот видите, сейчас прилив. Приливы здесь до обеда. После обеда начинаются отливы по всему Гоа. То есть очень далеко идти, чтобы поплавать. Очень далеко. Ну и все, что я могу вам рассказать про этот пляж. Также там есть лежаки вон. Пару кафе неплохих. Колесо кафе там. Ну кто смотрел видео, сожрал колесо в колесе, те знают. Обычный пляж. И забыл вам сказать, что штраф за курение на пляжах в Гоа 200 рублей. А в Таиланде 100 тысяч бат и год тюрьмы. Так что посидим здесь. Минусы теперь. Лежати все мертвые. А ну здесь еще более-менее. Зонтики тоже мертвые. На Самуи такого не встретишь. Такого-то можно, конечно, встретить. Контингентик. Да, не очень чисто. Но сейчас говорю, прилив. Сейчас вода начнет уходить и будет очень чисто. О, нихуя, две кобылки. Одна смешнее другой, блядь. А, вот это колесо, про которое я вам говорил. Давайте, пока иду, расскажу вам отличную историю. Встречался здесь с одним из подписчиков. Он, в общем, прилетал сюда первый раз в феврале.
прилетел один, был не женат, но одинокий был мужчина. Приехал он, значит, в Гоа. А он тоже обычный торчок, знаете, российский торчок. Не то, чтобы борщит. А, блядь. Это сетка. А я думал, паук. Опять тапок порвал. Беда. Так и вот, приехал он в Гоа. Взял себе одной хрени, второй. Ну и первые сутки проколбасился. А на вторые сутки что мужчине хочется? Кого-нибудь потрахать, правильно? Правильно. Сейчас я в тенек сяду, а то пиздец жара. Романтичненько у лодочки. Фу. Ну идет он второй день гулять по пляжу. Ну и познакомился с двумя особами. Симпатичные кобылы. Как он сказал, вообще охуенчик тёлочки. Говорит, любой бы зазнакомился. Они ему шар-шавель, там, давай пивка, хуйка. Начали его расспрашивать, чем он живет. Сейчас сигу достану. Ну и вот, все его расспрашивают, чем живет, чем занимается. А он типичный дьявол. А дьявол, если вы помните, это человек, который старается показаться лучше, чем он на самом деле. Но он и давай телочкам втирать, что он там охуенный бизнесмен. У него мойки там, блядь, заводы, пароходы. Телочки еще с большей интенсивностью начали. Шаршавель, шаршавель, какой-то пиздатый там Алеша, ну, грубо говоря. Что там было потом-то? Ну и тем временем подливали ему кислоты, знаете, по капельке. Он говорит, я чувствую, блядь, сижу и с ума схожу, все там уходит из-под головы. Короче, опаивает его какой-то хренью. Приходит в номер, они все это на камеру снимали там. Ну не суть, и он начинает белить, они ему такие, слышь ты, петушок, ну и все теперь, теперь расплата типа. Видишь, мы тебя нафоткали, видосы наснимали, теперь мы тебя сдадим твоей жене, родителям, на работу, еще куда-то. А он говорит, у меня такая паника, ну объебанный, весь на изменах. Они ему типа, давай денег, он такой, блядь, сколько денег нахуй. Они такие, 30 тысяч евро, он говорит, че вы, че вообще ебнулись, говорит. Я же типа голь, рвань, там вообще пиздец, пиздец. И тут у него начинает окончательно срывать крышу. Он одной тёлке поебалу, второй тёлке поебалу. Те падают, в гостинице вызывают мусоров. Да он там, ну хули, тадил её. Давай, ну не то, что буянить. Ну, блядь, под кислотой, кто знает, тот знает. Просто белит и не понимает. Так, в общем, итог-то такой, что его на месяц в дурку увезли. А через месяц вот родители приехали, забрали и увезли обратно. И вот он сейчас опять сюда приехал. Но уже с женой, говорит, нахуй одному здесь, говорит, опасно. Так что будьте осторожны. Вот вам круг. Тум-тум. Но сейчас исключительно девушки. С вами поговорю. Все мужчины, все, идите, уходите. Сейчас последнее время в интернете форсируется тема, сколько должен получать мужчина денег. Ну, чтобы вам, женщинам, было вот достаточно, и вы были счастливы. Вот сейчас перед уходом посмотрел два ролика и думаю, нихуя вы что, вообще охуели, кошелки? Так и знаете, вот какая средняя, вот по Москве ходят и спрашивают, сколько должен получать мужчина? Кто-то 200, говорит, кто-то 300, кто-то 100. И вот как бы, я это все понимаю, заебись, когда и миллион получает, и два. А я вот хочу, блядь, вам задать вопрос, вот правильно там спрашивают. А вы-то что даете за эти 100 тысяч, за 200, за 300? И почему мужчина что-то должен? На то стоят, блядь, кошелки. Он должен, должен. Нормальная баба, вот, блядь, мое вот воспитание, никогда на такой вопрос не ответит. А нормальная баба на такой вопрос отвечать должна так. Мне не важно, сколько зарабатывает мой любимый мужчина. Я его люблю. А вы пиздец. Да будет, блядь, у мужика 100-200
300 тысяч, нахуй вы ему вообще нужны-то, кошелки? Вы вообще ебнулись? Вы как-то себя переоцениваете? Мне кажется, за пятерик такую можно шлюху снять. Она тебе и приготовит, и постирает, и отсосет, и вылежит тебя всего, и все-все-все. Откуда это появилось, блядь? И охуей, Волхове, скажи-ка мужикам, что они должны. Блядь, по всей России 25-ка мужики счастливы, ёпт. Где-то те, блядь, мужики. У нас, вон, видите, у самих-то топовых донатеров раз-два и обчелся. Кстати, Дмитрий Матиевский от души. А Дмитрий Матиевский – это директор производства. В общем, бочки выпускает. Так что, кому нужна пластиковая бочка, там вообще любых размеров, ну, в комментариях Матиевского найдите, и у вас будет бочка со скидкой. Очень удобно. Так это я к чему? Что, блядь? Бабоньки, может вам самим там, я не знаю, начать работать. Я понимаю бабы, которые родила, там она еще может выебываться, что ты должен. А простые-то вообще, мне кажется, должны помалкивать. Но это опять же мое личное, вот, блядь, как суждение. Я говорю, что мне кажется, каждый мужчина один хуй мечтает о такой, блядь, которая его мотивировать будет на что-то. Это я... Короче, нахуй, не хочу эту тему поднимать. Короче, бабы, вы не правы, и вы охуели. Я вот к чему. Угу. А то он должен, а я должна его любить, заботиться о нем. И все. Я думаю, как так-то? Вон здесь, помните, Кокарев-то был, приезжал? Так вон он говорит, нянька 60 тысяч, она говорит, и приготовила, и убрала, и с ребенком посидела. Так всего 60. А вы хотите 100-200? Схуяли, ёпт. Там же обычная дырочка и все. Ну, короче, ладно. Забить. Вообще ни о чем. Нихуя я тапки собрал, да? Да чё вы никто мне тапки-то не купите, друзья? Вам не стыдно? Вот всё. О, нихуя какая тут принцесса идёт. Наверное, тоже нихуя не хочет. А тем более это тучи, значит пиздец. Значит прожжённая. Кумпояза бы сюда. Он бы справился. Очень много здесь одиноких тёлок. Топиться пошла. Наверное, обожрала что-нибудь. Тварь. На девчину засмотрелся и мопед прошел свой. Представляете? А где мой мопед-то, блядь? Проебал мопед. Где я CD покупал, кто помнит? Подождите, видео пересмотрю. А, вот, видео пересмотрел, нашел. Вон он, красавчик мой, охуенный, желтенький. Заебись. А надо бензо налить. Охуеть. А в России ведь вроде нельзя, да, в пластиковые бутылки наливать? А здесь вообще всем похуй. Ну, нихуя, аж газики идут. Бля, у меня еще сигаретина, блядь. Заебись. Прям в дырочку попал. Не взорваться бы нахуй. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Юрка умеет все. Заебись. Вспотел как тварь, вообще пиздец. 38 градусов, чтоб вы знали. Эти надписи, конечно, выматывают. Да, не забывайте, Новый год скоро. Порадуй своего ближнего надписью. Хуя бензин воняет. Ну все. А, друзья, чуть не забыл. Давайте я вам правду скажу, не буду врать. В общем, есть у нас такой охуенный подписчик. Фамилия его M-O-T-I-N. Ну, донатер там вся хуйня.
уважаемый, уважаемый в своих кругах. Ну и на стримах тоже уважаемый. Так и вот, у него, у племянника, сегодня день рождения. А племянник уже блогер. И не знает, как ему, знаете, набрать хотя бы чуть-чуть подписчиков. Племяннику всего 6 лет. Я вас прошу, давайте порадуем ребенка. Перейдите по ссылочке внизу, подпишитесь. Мелкому будет приятно. Чисто, знаете, добро сделаем с вами. И вам заебись, и мой донатер доволен, и ребенок счастлив. Не ленитесь. Девушки, хотя бы вы, эти-то уебки, пиздец. В общем, девушки, на вас надежда. Представьте, что это ваш ребенок канал открыл, надо поддержать. Не будьте суками. Ну все. А напоследок, вот вам еще одна тема. Как-то мне здесь недавно написали в Телеграмму и предложили вот такую хуйню. Сейчас я вам вставлю, вы почитаете. Почитали? Ну и что думаете? Мне кажется, это криминал. Угу. Какие-нибудь грязные деньги. Не буду даже связываться. И слишком движух много. Ну все. До завтра. Юлок Науменко от души. Волчекук! Евгений Кунаков от души. Военный преступник от души. Волчекук! Лёсечка от души. Волчекук! Анабиоз от души. Волчекук! Жданов на будущее от души. Волчекук! Ну а тебе, Жарков, от меня надпись. Жди на этой неделе. Бля, опять эта фея. Вы бы подобрали? О, еще две кобылки. Все такие потные, что пиздец.